Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня вместе с вами мы будем убираться в моей комнате, будет происходить какое-то расхламление, потому что я хочу не только убраться, в плане протереть пыль, пропылесосить и так далее, также хочу выкинуть какие-то ненужные вещи в разную ненужную канцелярию, точнее не канцелярию, а какие-то листочки, черновики и так далее, которые мне точно уже не пригодятся. Также я бы очень хотела бы разобрать свой шкаф одежды, потому что я знаю, что там есть очень много ненужной мне одежды, которую я уже не буду носить, либо потому что она мне разонравилась, либо потому что я из нее выросла. Да, такие вещи еще есть в моем шкафу. Это нужно исправить, потому что они занимают много места, мне это не нравится. Там на самом деле еще тот бардак. Поэтому надеюсь, что в этом видео мы приведем в порядок мою комнату, мое пространство. Скорее всего, это видео будет сниматься несколько дней, потому что за один день я просто не управлюсь. В общем, я надеюсь, что вам понравится это видео. У вас появится какая-то мотивация тоже убраться в своей комнате. Можете включить его на фон, пока будете убираться. Давайте поскорее начнем. Погнали! Итак, первое, с чего я начала, это тумбочка. Я уже убрала все сверху, кроме телевизора. Вот, и у меня в ящиках вот здесь вот. Сейчас покажу вам. В общем-то, вот здесь вот просто срач. И здесь всякие какие-то листочки. Я даже не знаю, что это такое. Это какие-то вот задачи по алгебре с геометрией. Какие-то карандаши в какой-то коробке, скотч, здесь тоже что-то лежит. Это вообще, прикиньте, это мой пенал. Я с ним ходила в первом классе. В первом. Прикиньте. Короче, и вот здесь вот очень много какой-то канцелярии. Я планирую сейчас это все разобрать. Конечно, я не планирую выкидывать какие-нибудь вот мои дневники. Чисто, чтобы на память оставить их. Вот. Ну, может быть, я найду здесь, что можно выкинуть. Я думаю, какие-то вот такие вот листочки, макулатура всякая, можно выкинуть. Так, ребята, немного эксклюзива. Это мой дневник за 8 класс. И смотрите, как я классно украсила его к Новому году. Это декабрь, типа я все тут разрисовала. Прикольно, прикольно. Блин. Вот это дневник мой за 9 класс. И мне нравится, что здесь я прям все писала и ставила такие точки, что я типа сделала это. Ох, а сейчас я уже закончила школу, даже не верится. Это на выброс.
Это я отдам моему брату младшему, потому что он сейчас в 7 класс перешел, были какие-то вообще не открытые для черчения в 8 классе ему. Вот, это, скорее всего, я выброшу. Контурные карты так точно. Это, я не знаю, может быть, я оставлю брату, пригодится, но он такой весь, как это... Ну, ему, наверное, будет все равно. Ну, тут уже подписано, что это я. Ну, ладно. Ну, короче, здесь то, что либо выбросить, либо оставить, пригодится моему младшему брату, вот. Я, получается, убрала сейчас на тумбочке и разгребла вот тут вот этот вот ящик. Я не знаю, там видно или нет, по-моему, не очень. Вот. Здесь у меня пакет с тем, что я выбрасываю. Туалетный столик я тоже и пропылесосила, и протерла. Так как у меня очень-очень сухая кожа, то есть проблемы с руками, я не хочу их очень часто мочить, потому что иначе мне придется каждый раз, когда я их намочила, помазать кремом, а это будет очень бессмысленно, потому что я буду постоянно смывать этот слой крема со своих рук, поэтому да, мне звонят. Ну, в общем, поэтому при уборке я использую специальную насадку с щеточкой такой вот. Всем привет, сегодня день 2 моей уборки в комнате. Сегодня у нас жарень за окном, это, конечно, не очень круто, потому что, когда под 30 градусов, я просто ничего не могу делать. Слава богу, хотя бы дом сейчас не так сильно нагревается, как прошлым летом, потому что прошлым летом, я помню, на солнце было 35 градусов где-то, даже больше, в Питере. Прикиньте, это кошмар какой-то. Сейчас, конечно, полегче, дом хотя бы не нагревается, вот, поэтому я продолжаю свою уборку, и сегодня мне нужно разгрести вот этот вот угол. Ох, я очень не хотела это разбирать. Просто посмотрите на количество тут всяких тетрадок, распечаток и так далее, но сейчас мне предстоит это все разобрать, то, что мне действительно еще может пригодиться оставить, куда-то положить, то, что мне пригодится уже выбросить. Господи, я уже вожусь тут 2 часа или 2,5, но это просто трэш, ребят. У меня еще заряжается камера, я разгребаю все свои ящики какие-то. Сюда я не залазила, наверное, не знаю сколько лет, но лет 12 у меня, наверное, тогда было, когда я это все туда складывала, поэтому я сейчас много чего выгребаю, выбрасываю. А вот, вот здесь вот мусор в плане макулатуры всякая. Вот, и... Я и так уже очень многое убрала в плане какой-то канцелярии, каких-то тетрадок со школы, которые могут пригодиться там мне в будущем или, может быть, моему брату. Я их уже аккуратно сложила вот сюда. То есть я выкинула что-то ненужное и сложила нужное вот в этот ящик. Да. Еще у меня заряжается камера, поэтому, скорее всего, сейчас поставлю на зарядку и продолжу убираться. Я все это не снимаю так подробно сейчас, потому что... Блин, мне кажется, это не очень интересно. А здесь у меня дневники вампира. В общем, сейчас уже достаточно поздний вечер. Я сделала как бы небольшой перерыв в уборке. Сейчас 10:30. И я продолжу, потому что мне нужно хотя бы сейчас убрать весь мусор. В общем, погнали дальше. Только мне нужно включить на фон опять дневники вампира, потому что мне понравилось убираться, когда они у меня на фоне. С ним, даже когда он лишился человечности. Я знаю. Даже когда он оставил...
Короче, апокалипсис начался. Просто я тут опять Дневники вампира смотрю. Вот, сейчас буду протирать стол. Но там это, конечно, жесть какая-то. На самом деле я люблю такую погоду, так что да, но там настолько сильный дождь, что я ничего не вижу. Такая стена дождя, что прям ничего не видно. Так, это стопка вещей, которые мне уже малы, которые я точно не буду носить. Вот. И вот здесь вот я разобралась все. Тут не очень, конечно, красиво все сложно, но это гораздо аккуратнее, чем было до этого. Ну что, наконец-таки я закончила такую свою уборку в комнате. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить пальцы вверх, ну и подписываться на мой канал. Мне будет безумно-безумно приятно. Ну, а с вами была ваша Маша. Oh, I'm slipping away.